Друзья мои, всем доброго денечка. У нас денечек такой солнечный, такой хороший. Дорога подсохла, красота. Мы собрались прогуляться. Прогуляться, в гости сходить к тете Ане. Да, Матвейка? Сходим, посмотрим, чем они занимаются. Немножко тут у нас возле дома еще грязь осталась. Возле дома один. Мы сегодня были в доме два. Грязно, да, сына? Да. Посмотрим потом. Хотим позаниматься уборкой в огороде. Привет. Это кто у нас? Мы к вам в гости идем. Катя. Привет, Катя. Да? Отучилась? Молодец. День хороший сегодня, смотри, ты даже без шапки. Спотела? Последний день сегодня учились? Ну вот. Не знаю. Я звонила ей, Марина, там что-то кого-то дела, какие-то домашние дела. Да, Матвейка, Катя там? А я говорю, пойдем прогуляемся, Матвейка, до тети Ани. Тут вообще дорога, вообще. Кочка на кочке. Прогуляемся, погостим немножко у вас. Вот. Пришли к тете Ане и смотрим у нее рассаду. Это у нас. Цветы, говорит, это петунья. Это петунья, это не помню, что это помидоры. Помидоры? Да, да. Растут. Она мама-то их вот садила, они что-то не сходят, нифига. Да. Ну, сосед. Пошел. Вот еще. Надо рассаживать петунью-то, но... А кто это у тебя? А у Коти. Мы не придумали. Какой Котя? Как у него имя? Вот это мы гвоздики. Его не придумали. Не придумали? Тетя Валя, это гвоздики. А это... Гвоздики. Сколько много их тоже у меня. У тети Ани цветов-то тоже. Как это, Анютка, называться цветок? Амарилис. Амарилис? А у меня нынче он цвел, нет. Я не помню, ты этот отломи. Такой красивый. Отломи вот эти два. Ой, красивый. У меня розовый. Мне это Олеся давала. Он отсохнет потом сам. Думаешь? Я их не ломаю. Я бы отстригнула. Пусть он будет. Красота. Матвейка тоже смотрит. У нас уже есть. Рисовать дети захотели. Алиса. Алиса, ага, я не забыла. Алиска. Ты же ходит. Хотя нельзя. Ну что, Рома, как у тебя в школе-то дела? Нормально. Нормально? Ты рад, что каникулы? Скажи, кто не рад, ага? Мало каникул? Да. 5 каникул. 5 дней каникулы будут получаться, ага. 5 дней? 5 дней. Я говорю, давай рассадим. Перцы у сестры, у нее петуньи, перцы. Большие такие. У тебя, видишь, хорошо, как сторона солнечная. У тебя вообще вот они хорошо растут. У меня бы помидоры выросли, если бы кот не съел. У нее кот помидоры съел. Но... Видела, что там осталось? Видела, но посмотрели немножко. Тулак. Тулак. Это петунья. Я говорю, давай рассадим, но гвоздику-то мы видели. Помидоры. А здесь у тебя помидоры-то были? Да, вот они, вот, видишь, взошли. Только-только сходить начали. Нет, вот правильно, три и вот две штучки еще. Видишь, притоптаны лапами и шерсть белая. Ну, он поел, конечно же. Вот эти цветы вообще красивые, да. Мне нравятся. А петуньи чего такие? Петуньи разноцветные. Надо их рассаживать. Портулак-то я потом сюда вот, знаете, высажу. Но... На стене, которые... Я вот люблю а портулак и петунию. Пришел Матвейка к тете Ане порядки навести. Да? Мы дома-то спрятали веник-то, убрали. А, он тут нашел у меня. Ну, паласы я убрала, считай, и это... Половичочки у меня сейчас. У меня Маша тоже подметает. Любит подметать. Любит порядки наводить. Матвейка, да, Матвейка? Что там, детки рисуют, да? А ты уборку хочешь сделать, да?
Матвей? Порядок навести, да? Ничего не надо делать. Навел Матвейка порядки, да, у тети Ани? Матвей? Пультом включаешь, ага. Ой, молодец какой. Подметал, подметал, все, игрушки разбросал. Давай собирай игрушечки-то. Ну? Разыгрался, да? Все своими делами заняты. Ой, кто это? Ку-ку-ку, да, ку-ку-ку. Он так сказал. Да, он сказал ку-ку-ку. Мы смотрели с ним вчера эти животных смотрим. Бараны, он бэ как-то говорит. Я говорю, бе, он повторяет за мной. Тетя Аня, нам... Я их не стала стирать, постираешь сама их. Ванькины, которые вот мы зимой ему покупали, но они ему на следующую зиму все уже. Что это, 27-й, мы кроссовки 27-й. 130-й. Ну-ка он растет, считай, что. Но... Ну, потом летом. Они ему нормально будут, сандалики-то. Ну-ну. Сандалики и сапожки резиновые. Хе-хе, какие сапожки. Это, как она называется? СССР. Советские, ну да. 23-й. Нет, сапожки. Или сапожки. Хорошие сапожки, да? Сапожки? Сейчас уж сухо, по идее, в сапожках-то. Погрязнее было так. Ой, разыгрался парень. Молодец, играй давай. Ну что Настя нарисовала? Что ты рисуешь? Домик. Домик? А кто в домике живет у тебя? Я. Ты? А то я смотрю, тут какая-то это мышка. Мышка. Мышка-нарушка, да? Ой. А ты, Рома, что нарисовал? Сказочный мир. А, сказочный мир? Я забыл подписаться. Матвейке тоже интересно, ага. Интересно тебе, Матвейка, да? Молодцы. Порисовали. Ну, все, мы погостили у тети Ани. Матвейка уже пошел, все. Ты куда побежал-то, сыночка? Как одели сапожки резиновые, так и пошли. Ну ладно, что тогда? Ладно, давайте, пока-пока. Пока-пока. Потом я пойду, надо было, наверное, Пойдем, сынуля. Пойду, так зайду. Все, он кота увидел. Пошли, Матвей. Пойдем домой скорее. Матвей. Матвей. Пойдем дела делать будем. Ну, кису увидел. Беги сюда к маме, беги к маме. Сынулька. Ну, не надо нам кису такую. Это чей-то, наверное, котик. Пойдем с мамой. Пойдем скорее в огород. В огороде будем чистить. Пойдем скорее. Киса пошла, все, киса уходит. Все, пойдем. Домой пришли. Порядки будем наводить. Сейчас будем тут убирать. Матвейка помощник. Да, Матвейка? Давай, заходи тихонечко. Потихонечку, не бойся. О, какой он бардак у нас тут. Солнышко такое чудесное светит. Так что хочется, девчонки, что-то делать прям вообще. Сына, ты куда пошел? Мне даже в курточке жарко. Вообще, ну у нас здесь немножко подсохло, конечно. Получше стало. Ты куда собрался-то? Ты ведь упадешь там, ты че? Давай будем вот сейчас кое-что здесь вот поубираем, да яму откроем, посмотрим, что там в яме. Не поди хоть. Thank you.
маленько подразгребаю. Что-то запыхалось, девчонки, такая жара. Я еще в куртке, но я ее не снимаю, расстегнула. Матвейка, конечно же, помощник по всему огороду. Уже лопату он взял. Мамке хотел помогать, да? Я захватала лопату, давай вон ту кучку немножко раскидывать. В яму заглянула, девчонки, первый раз в яму заглянула. Мы когда ее купили, получается, даже не открывали. Я, наверное, сейчас вот так открою. И пусть оно просыхает, потому что там воды нету, конечно, но сыро. Сырая яма. Так что такая вот тут овощная яма. Старая, надо будет, конечно же, ее, наверное, подделывать. Интересно, что там внизу посмотреть бы, но глубоковатая ямка-то. Ты куда побежал? Ты куда побежал? Пойдем с мамой. Пойдем маме помогать. Папа тут вот навоз возил, надо будет грядку делать. Ага, все. Шапку снимат, жарко ему. Фу, я сама упрела. Очень жарко, у нас сегодня такая классная погода. Вообще красота. Все, охота почистить. Так бы весь огород прям почистила. Ну, конечно же, на весь огород меня не хватит. Фу, тут вот тоже закуток. Надо будет все убирать. В общем, работы, конечно же, непочатый край. Помощника. Иди сюда, садись на пуфики. Открыла яму-то, говорю, закрою. А то парень-то везде совки. Потом будем уходить, так потом открою. Постелила ему вон эти от Софы подушки. Я говорю, садись. Садись, иди. Папу будем ждать. Но топтыжиться надо. Садись, беги. Мама погребет еще маленько. Надо все в кучу сгрести. Да. Ты бы помогал граблями, греб бы. Грабельки маленькие надо. Да. Беги, садись, давай. Шапочку. Он ее снимает. Наробились. Маленько поробили там в огороде. Сейчас домой сюда идем. На, что-то готовить. Одевай. Отец у нас приехал. Фух. Что же готовить? Капусту сделаем, наверное. Цветную. Марина, сейчас придут. Они с Виталией ушли тоже по магазинам. Да, Матвейка, кстати, спать, наверное, он хочет. Парень-то. Где? Бум-бум ему надо. Бум-бум, мы нагулялись, мы долго гуляли, мы в гости сходили и в огороде наробились. Так что давай, сына, домой пойдем. Увлекся Матвейка. Мы накупались, скажи, да? Накупался? Купался? Кто там, лягушки? Лягушки. Давай, смотри книжечки, мама будет готовить. Капустку сделаем сейчас в духовке цветную. Да? Спать ложиться, сына. Будешь с баеньки? Ложись, баеньки. Ложись. Вот так, молодец. Отдыхай давай, сыночек. Куда ты побежал? Мама качала тебя спать, да? И спать ты не хочешь. Никак не спит. На, Марина, убери казан. Не надо мне тут убирать. Я хочу приготовить капусту. Капусточка цветная, со сливками. Мы ходили к тете Ане и наелись у нее,
попотчевала она нас капустой. Она такая вкусная. Я говорю, домой приду, приготовлю тоже. Так что, что мне? Хватит, нет этого противня. Хватит, она укушится. Балуетесь? Сейчас молочко тебе остынет. Сейчас мама капусту сполоснет. Так, а это что? Сполоснула капусту. Я сейчас ее посолю немножко. Поперчу или что я сделаю? У нее какая-то приправа была интересная. Так, для салатов. Ну а чё поди? Пахнет приятно, вкусненько. Ну вот, значит, можно и так вот. Что же будет у нас? Матвейка, ты чё, сыненька? У нее была какая-то приправа в куличке, она, в общем, этой приправой посыпала. И она у нее с добавлением соли была. Она ее даже не добавляла. Сделала она ее с майонезом. Мне так понравилось, она такая вкусная капуста. Я делала обычно с курицей, с чем-то так тоже. Немножко надо подсолить все равно. Вот, чуть-чуть. Едим капусточки. Виталя, пельмешки себе там варит. Да, Виталя? А? Да. Пельмешки захотел. Угу. Ну вот, сестра делала с майонезом, а я сделала со сливками. Со сливочками. И будет у нас вкуснятина. Вкуснятина, да, Виталя? Сейчас отправим в духовку. И все, она моментально приготовится. Вот и все. Все валится у меня. Матвейка у нас не спит. Я думал, ты капусту. Нет, не капусту. Я же тебе сказала цветную капусту. Ты думал, что обычную капусту, что ли? Да. Нет. Папка сейчас фарш еще привезет. Я буду делать ленивые голубцы, но это я буду снимать на канал «Простая жизнь Ольга Зауралья». Так что вот так вот я сейчас. И отправим в духовочку, и будет вкуснятина. Девчонки, у нас уже ужин. Приготовилась наша прекрасная капуста. Марина уже тут наготавливает. Еще мы приготовили вот такие ленивые голубцы. Я снимала видео на «Простую жизнь Ольга Зауралья». Кому интересно, заходите. Сейчас мы будем кушать, девчонки. Вкуснятина такая вот. Так что, ну что, я на этом закончу наше видео. Кто кушает, девчоночки, всем приятного аппетита. Доброго вам вечера. Всем пока-пока, до новых встреч.